Итак, ребята, как у вас там с этим, с домашним заданием? Было задано выполнить перформанс Йоко Оно Летай в форме видео или фото. Или можно что-нибудь здесь показать? Да, я готова. Хорошо. Фото. Хорошо, давай. Да, показывай. Это фотосерия. Вот. Ну, привет, Толь. Извините за опоздание. Ты что, без второй обуви? Анатолий, а ты выполнил домашнее задание? А чё? Ну, перформанс Йоко Оно Летай. Да, я готов. А, ну отлично, давай. А ты в какой форме покажешь нам? Фото, видео или здесь прям что-то изобразишь? Здесь. А, ну давай. Летай, да. Ален, ты чего? А что было? Необычно. Тебя, вот говоришь, не было, а приходил Толя. Да-да, и что? Он встал на диван, спрыгнул с него лицом вниз и пролежал так где-то 3 минуты. Потом он ушел, и у него апельсин во рту был. Да, что-то уже не в себе, пацан. Да уж. А я, кстати, давно уже за ним какие-то странности замечал. И какие, например?
Да ты чё, Илюх, думаешь, я помню? Он так, сам по себе, странноватый тип. Ну, то, что он странноватый тип, это и так все знают. Но раньше же с ним все нормально было. Слушай, а давай приследим за ним. Да ну, чё ты, мне делать нечего. Да давай, чё ты? Нет, я тебе сказал. Ну, как хочешь. Ну, и я тогда тоже не буду. Илья. Да? Ты сегодня не занят? А что? Да пойдем прогуляемся кое-куда. Куда? Да так, не знаю. Сходим что-нибудь посмотрим, пофотографируем. Можно. А я вот эту, кстати, сцену никогда не видел. Эту? Да. Ну, я сам здесь редко бываю. Ты катался, а ты забыл? Катался. Повезло, я не катался. Я не... Кстати, а как ты относишься к граффити? Граффити? Да. Одни говорят, что это вандализм, другие считают это искусством. А мне вот кажется, что это искусство. Это все же очень красиво. Поэтому я его сфотографирую. Каждый раз ты что-то берешь и фотографируешь. А ты как хотел? Блин, самое обидное то, что родители не решат не ходить в киношколу. Говорят, что это фигня, то, что я не заработаю этим вообще никак. Ну и то, что лучше мне пойти учиться на более значимую профессию, чем актер. Что очень меня расстраивает. А их можно как-то переубедить? Они у меня люди со строгим характером. Так вот, я не знаю, что мне делать. Я хочу отстоять свою точку зрения. Не знаю. Но нет, я все равно буду стоять на своем. Лучше я сам уйду из дома. Лучше не знаю. Но все же я буду тем, кем я хочу. А тебе было интересно, каково оно тебе? А здесь красиво, кстати. Залезай. Нет, здесь страшно. А как тебя знать? Я забыл, как слезать. О, да. Ну, давай. А мне страшно. Что ты, проси? Я сказал, тормози. Вот ты что я поднял. Слушай, мне домой надо. В смысле? Погоди. Да я тебе... Мы что, сюда зря шли, что ли? Так мы ж гуляли. Да, ну да, но... Все же, пойдем, что покажу. Ща.
Ты можешь объяснить, что вообще происходит? Ты что, на преступление собрался? Я не хочу, чтобы меня вместе с тобой повязали. Какое преступление? Ты чё? Я тебя чё, хоть раз подводил? Не получится. О, Толя, ты здесь? А почему не получится-то? Да потому что у тебя в голове нет гидр. Что здесь происходит? Здорово. А ты чё его с собой притащил? Так он чё, да он поможет. Можете мне объяснить, что здесь происходит? Да, хорошо. Вот он. Сказал, что ты сыкло. Вот поэтому и не летаешь. Куда не летаю? Я же не... В пол. А ты чё, ему ничего не рассказал? Ну, нет. А сам, значит, летать хочешь? Да, но ты же говоришь, у меня ничего не получится. Да, гидру установим, всё получится. Э, ты чё? Ты чё делаешь? Да не мешай. Да, Илюх, не мешай. И чё ты сделал? Я помог ему. И чё ты ему помог? Уйти в пол. Ть. Пошли со мной, если хочешь узнать. Чё стоишь? Сейчас тоже в пол отправлю. Пошли. Ну ладно, можно и прогуляться. Окей. Ты главное, его не трогай. Живешь здесь? Ну, пока что да. Водку будешь? Нет, не пью, спасибо. А чай? Нет. Расскажи, что вообще происходит? Это, присаживайся. Точно не будешь? Не хочется. Короче, в полу я добываю апельсины. Это единственное, что у меня осталось в жизни. И зачем ты это делаешь? Вот. У меня есть друг. Он, кстати, тоже Толя. Мужик. Лет 50. Его зовут Анатолий Семочкин. Вот он мне говорит, ты летай или нет. Ты как хочешь, а я чё? Я летаю. Чего тебе делать? Больше ничего. Не. Ты же в киношколу ходишь со мной, с ребятами. Разве тебе не интересно? Че? Какая киношкола? Я больше туда не хочу ходить. Там скучно. Как так скучно? Мы вообще-то фильмы весь год снимаем. И лишь ты почему-то не приходишь на занятия. Да че, какие фильмы?
Так ты не режиссер? Ну да, чел. Не режиссер. Так какой у тебя в жизни интерес тогда? Интерес. Ну... У меня... Наверное... Его и нет. Но... Летать в пол... Мне заебись, как нравится. Но этому... Анатолию... Семечкину... Или как его там... Ну, ему такие, как я... Ну, нужны. Понимаешь? Вот нормальный человек к нему-то не пойдет собирать апельсины из-под линолеума ртом. А я... Дурачок. А Гриша здесь при чем? Да я не знаю. Сам он как-то навязался. Так ты это, можешь все изменить. Жизнь в твоих руках. Ну... Да, в моих, а... Зачем что-то менять? А ты что пьешь-то? Да по кайфу мне. Слушай, что за бред? Какие апельсины? Разве Анатолий не может их просто взять и купить в магазине? Это особые апельсины. Они волшебные. Их не купишь нигде. Их нет в реальной жизни. И вообще в реальной жизни мало что есть. Ну, почти ничего. Вот там вот, в полу, я чувствую себя человеком. Вот там есть все. Так зачем ему эти апельсины? Ну это вроде бы как топливо для космолета. Ну что-то наподобие. Так ты даже не поинтересовался, зачем? Тебе не кажется, что он тебя использует? Да ну, не нагоняй жути. Жизнь не так говно. Жизнь прекрасна. Ага. Нет. Собираешься? Да.